Доброго здоровья, друзья! От всего сердца приветствую вас на нашем страничке, в нашем новом ролике. Ребят, сегодня нас выселили на улицу. Сегодня мы капаемся на улице. Потому что в нашем карантине мы делаем полы. Ребят, если у вас есть остатки половой плитки, мы от нее не откажемся и поблагодарим за каждый кусочек. Плитка нам нужна любая. Вот. Мы хотим привести наш карантинный блок немножко в порядок. И не важно, что у нас такой разноцветный хаос. Ребят, дареному коню в зубы не смотрят. Поэтому будем благодарны за любую плитку. Легче обрабатывать, легче дезинфицировать. Пожалуйста, мои хорошие. Легче мыть, сами понимаете. Это все-таки карантин. Сейчас сделаем, покрасим, сделаем все красиво и удобно. Ребят, буду искренне благодарна за помощь. Это то, что мы делаем сейчас. Так, холодильник не отключили? Нет, холодильник включенный. Там у нас вакцина. А здесь, ребят, пока капаемся. А что делать? Нам нужна помощь, друзья. Нам очень-очень нужна помощь. И вы можете ее оказать. Нам нужно все. Выходи. Пойдешь? Нет? Сможешь выйти? Он может выйти сам, нет? Помочь надо? Помоги. Осторожно. Пойдем, осторожно. Вот так, осторожно. Держи. Осторожненько. Ну вот и хорошо. Все. Все? Ну, пойдет. Гуляй, мой хороший. Пойдем. Ты маленький мой. Ты мой хороший. Хороший мальчик. Ему очень тяжело ходить. Старушка у нас решила удрать из вольера и очень сильно поранила лапку. Перелезла через верх. Содрала в этом месте себе очень сильно кожу. Перевязки делаем, пока второй день, рана еще опасная, уколы и все остальное, ребят. Все, хвостик сделали, здесь все вырезали. Ну, теперь, ладно, ребят, несите на место. Покажись, косуля. Ну, ты вредная моя такая девочка хорошая. Да, мамина, все будет хорошо. Так. Ну все, сейчас начнем перевязывать. Так, все обрезали. Покажи мордочку.
Не бойся, малыш, не бойся. Сейчас будем перевязку делать. Не бойся, малыш. Ну что ж ты у меня такая? Все хорошо. Сейчас, ребята, будем перевязку делать. Слава богу, она ничего не сняла за ночь. Очень хорошо. Сейчас перевяжем, по новой эту оденем. Она очень удобно лежит. Помогает держаться бинту. Хорошо. Очень хорошо все подобралось. Возьми переднюю лапу, подними и выше. Тихо, ребят, осторожно. Так, держи, помоги держать. Ты ошейник держи. Ты держи ошейник. Осторожно, держи, за ошейник. А ты нет. Ты держи аккуратно. Нет, не так. Вот здесь лапки держишь. Шкуру, если там где-то разрез, чтобы под шкуру все ушло. Тихо, малыш. Ребята, у нас закончились перчатки. Если померними лапу. Лапу померни. Осторожно держишь? Нет, неправильно держишь. Аккуратно лапу взял, кончик разверни. Вот так, да. Тихо, тихо. Осторожно. Малыш, потерпи. Ну, тихо. Сейчас мы столько накладем, и все, малыш. Ребята, нам очень нужны перчатки. Операционные перчатки. У нас закончились, ребята. И я... Так, ребят, я сейчас так возьму, а вы ее поставите на лапу. Хорошо? Давайте. Переворачиваем аккуратно. Тихо, тихо, ставь, опускай. Тихо, держи.
чтобы не съехала. Ручку развязал? Ну, а ты нервничала. Все, видишь, хорошо. Старушенцы это вредные. Шейку смотрели? Ранки нету? Нет, царапанная. Так, все, поправили? Вот так, все, неси ее на место. Давай. Грязище такое. Погрязище ты еще. Я посмотрю. А сколько у нас таких ям? Одна есть, вторая. Две? А ну давай эту посмотрим, что здесь. Вода уже есть здесь, да? Вода? Да? Друзья, у нас новое пополнение. Мама Хаска из усыпалки. Очень изможденная, истощенная вся. И точно такие же изможденные дети. Когда они приехали, ночь не пережил один малыш. Второго на следующий день сразу забрали на капельницу. Четверо бегают. Такую семью, ребята, я давно не видела. Вот такую изможденную, страшную семью. Я вас прошу. У нас, видите, и стройка, и лечение, и спасение. Ребят, у нас все в одну кучу. И помощь мы от вас ждем не только в определенный какой-то день. Ребят, помощь нам нужна всегда. И если вы можете помочь, пожалуйста, мои хорошие, отзовитесь. Просто уже, знаете, даже, ну, не хватает слов, чтобы описывать каждого. Вы же все сами видите, ребят. Я так боюсь, что скоро начнутся дожди, а мы не успеем. От вас сейчас зависит то, как мы встретим дождливую осень и зиму. От вас, мои хорошие. И корма у нас осталось на неделю. Ребята, это самое страшное. Пожалуйста, помогите нам. Приют огромен, вы это сами видите. Но скажите, как пройти мимо вот этой мамы с детками? Отвернуться и пусть умирают? Я не смогла, ребята, а вы? Вы сможете? Мои родные, я всем сердцем благодарю вас за помощь и надеюсь на эту помощь. Надеюсь на вас, люди. Очень-очень надеюсь. Всем сердцем, всей лохматой душой. И благослови вас Бог.